Привет, друзья, с вами Кик. Я записываю видео, ответы на вопросы. Я буду отвечать на те комментарии, на которые у меня есть свое мнение, исходя из моего опыта. Это видео я опубликую завтра, а сегодня я бы хотел вас всех предупредить, чтобы ни в коем случае вы не инвестировали ни копейку в такой проект, который называется Go Capital. Этот проект рекламирует очень много русских ютуберов. Если кто не в курсе, я создатель канала Кикобзор. И сейчас занимаюсь продюсингом и имею огромный опыт за все эти годы работы с рекламодателями, как и с большими брендами, так и с маленькими компаниями. Так вот, Go Capital раньше называлась VIPFund.ru. Они писали мне тогда, они пишут и сейчас. Я всегда им отвечаю, что Go Capital, потому что Go Capital – это идентичная копия VIPFund.ru. Этот сайт работал несколько месяцев, забрал все средства, которые были вложены в этот сервис, и исчез. Они просто подождали несколько месяцев и под другим доменом открыли тот же сайт. Абсолютно идентичный сайт, только имя поменяли. Пожалуйста, берегите свои средства и ни в коем случае не инвестируйте ни одну копейку в этот проект. Это чистой воды пирамида, ничего больше. Fund.ru, у них даже там есть функция обменник с маленькими комиссиями или вообще без комиссии. Так вот, это просто еще один способ извлечь максимальную выгоду из людей, которым трудно покупать криптовалюту. Но лучше дать комиссию 5%, чем остаться без своих средств. Откуда я все это знаю? Потому что получилось так, что я использовал их обменник, где я давал рубли и получал эфириум. Ну, сложилось так, что я даже не успел отправить эти эфириумы на мой адрес в Binance. И эти эфириумы с этим сайтом исчезли. И те блогеры, которые рекламируют этот сервис по их сценарию, что типа они тоже инвестировали в этот проект и поддерживают там, и вроде там все работает чисто. Или вы абсолютно не понимаете, что вы рекламируете, в чем я очень сильно сомневаюсь, зная, что Go Capital отправляет вам сценарий. Или же вам плевать на людей, зная то, что в этом рынке очень много молодых людей, неопытных молодых людей. На этом все. Увидимся завтра. Спасибо.